теперь говорят иногда о кризисе идей в искусстве и так далее, я отношусь к этому с каким-то юмором, потому что вопрос все равно упирается в индивидуальность художника. Если существуют в современности художники с сильной индивидуальностью, то есть с сильной способностью отдавать все свои силы данному спектаклю, если у художников есть способность невероятно сосредотачиваться на предмете, чтобы раскрыть в нем что-то новое, никакого кризиса не может быть. Нету старого и нового искусства. Есть просто индивидуальности, которые способны заинтересовать зрителя, или их нет. Кризис наступает тогда, когда нету индивидуальности. Я считаю, что нужно не уставать, полностью отдаваться делу, которое ты делаешь. И обязательно тогда будет отклик. Вся тяжесть нашей работы заключается в том, что с годами обязательно наступает какая-то усталость. Существуют художники, которые до глубокой старости эту усталость умеют преодолевать и каждое следующее произведение делать как первое или как последнее, как единственное.